Это новая серия выпусков про нашу команду. Сегодня вы узнаете, что произошло за этот сезон, почему сейчас самое худшее время у команды, на каком турнире мы заняли призовое место, ну а также покажем вам 24 часа на нашем буткемпе в виде влога. Не забудь поставить лайк перед просмотром. А сейчас на экране последние 50 подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в следующий ролик. Прошлый ролик с командой закончился на том, что мы победили команду SK Gaming в рамках лиги ESEA Main Playoff, благодаря чему мы прошли в ESEA Advanced. Ну а также в этом ролике нашу команду покинул Риски Боб. В последующем матче его заменял наш тренер Флэши. Но наш путь в ESEA Main не закончился. Мы находились в финале верхней сетки и, победив Аврора Youngblood, оказались в гранд-финале дивизиона. Там мы опять сразились с ними, но уже в поединке было 5. И давайте сразу перейдем к финальной карте, потому что у нас их было 5. Счет 2-2. У нас был очень плотный и близкий матч, но наша команда все-таки не смогла дожать эту игру. Хорошо. Итак, Илья один в один, к сожалению, проигрывает эту встречу. Ребят, спасибо большое всем, кто смотрел этот стрим. Всем спасибо, кто смотрел этот турнир. Мы сыграли в ESEA Main очень неплохо. Прошли в ESEA Advanced, но в конце не смогли дожать. Проиграли 3-2 команде Аврора. В итоге мы забрали второе место и 2200 долларов себе на баланс. У команды продолжаются тяжелые времена. После очень длительных обсуждений и разборов нашу команду покинуло 2 человека из стафа. Это тренер и менеджер. А нашим временным тренером стал наш аналитик Олег. У нас начались тесты 5-го игрока. Было много вариантов, но мы остановились на игроке по имени Даня Рейган. 27 октября он официально вступил в наши ряды. Вы можете узнать подробнее о каждом нашем игроке через наш ролик про буткемп. Они там полностью раскрылись, и вы сможете узнать всю информацию. Но вкратце, все, что я могу сказать прямо сейчас, он играл в Вебстерс. А уже 1 ноября наша команда собралась на буткемпе. Задачей буткемпа было разобрать новые карты и сыграться с нашим новым тиммейтом. 3 ноября у нас первая игра в ESEA Advanced. И мы начинаем ее против очень интересного противника, Gucci Academy. Играем на Ancient и без каких-либо проблем забираем эту карту. Открываем наш путь в ESEA Advanced с победы. Дальше играем против литовского состава SD Invicta на Anubis. Произошло не совсем мне понятно, ну и вот конта. И ситуация 2 в 1. В принципе, это звездный час Шайнис. Минус 1! Шайнис! Очень неплохо, но блин, нет, как же так? А поддастся что-то нашим ребятам. Ну да, это хедшот от Шайнис. Чекает, там за колонной есть человек. И прекрасно, можно убивать сюда, Шайнис. За колонной у нас есть один человечек. Ну и там Флейми, Егора ставят хэдшот, но Шайнис. Как же тяжело ребятам будет, на центр уже стяг пошел, просто шансов не дают. Зашли, поставили бомбу, всех, так сказать, здесь разобрали, и шансов вообще просто зеро. Боже, ну как же они хороши. Они просто проверяют. О, как это возможно? Нет! Шайнис 1 в 4. Шайнис перекрывает дымом. И теперь ребята из команды LT5, безусловно, знают, где он находится. Да, очень жаль, но кажется, что команда LT5 забирает эту игру. Но нам все-таки не удалось победить эту команду. Но уже через 2 часа мы играем против Rounds GG. AWP сейчас находится в руках у нашего любимого феномена, уважаемого. И, пожалуйста, вот он, первый фраг. Надбилось, поэтому начали прошивать. Ой-ой-ой. Удачно. Здесь несколько КП, несколько выстрелов от Шайниза. Уже есть дым, дается мне туда. Флешечка. Прикольный выход. АВП нет. Контролирует все. У ребят есть ли дефьюзы? Ну что ж, 10-8. Наконец-то. Откидываются гранаты. Ребята уже сейчас будут ставить бомбу. Прошитие здесь есть. И, между прочим, P12. Что? Шайнис за одну секунду как-то всех убил? Как это было? Центр, феномен, АВП, Тафтац очень прекрасно ловит с центра. Итак, да, о боже. Прекрасно, контроль первого, контроль второго, нет, невероятно. И давайте смотреть, шот от Шайниза. Не без сложностей, но все-таки побеждаем и выходим на счет 2-1. Дальше играем сложную, но интересную катку против LFO. Кстати, в этой игре вы сможете услышать тимспик наших ребят. Надеемся, это будет интересно. Если да, то напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько чаще его добавлять. Димкон, парни, это мид будет. Я в КТ. Я нажимайте, не вижу. Я ушел. Дым, КТ. Молик, КТ. Мид будет в окно. Парень, мид, КТ, кон. Ладно, кон, дым. Тебе, иду к тебе. Мид. Три. Найс! Еще. Я живу. Арампа, арампа. Я вчера с ним списывался, как раз таки. У него фоточку брал для... Хорош. Ну и посмотрите, уже первый раунд для команды Cybershock проходит просто прекрасно. Ребята забирают свой первый раунд, первую пистолеточку. Окей. Я умер. 3, 4, мид. Разгоняйся, 9.
9-2. Нет, кольта нет. Еще. Из нашей команды немножко подсдали позиции конкретно в девайсах. Минус есть. Митлюрк, аккуратно. Миш, ждите. Нет, стой, правда. Ребята хорошо справляются, невероятно. Слева, за первым. Дефолт слева. Команде ЛФО. Еще. Найс, дефай. Игрока, что произошло только что? Ой-ой-ой. 2 в 1. Да как же мало хп у Феномена. Поджигается там парень. Есть минус от Флейми. Прекрасная игра. Да. Контролировал Рейгана. Ребята осуществляли поджим и Флейми. Ну, Хаклер здесь, конечно, был готов. В голову видели его, ребята. Ксирсон дает информацию. Хороший хедшот. Ксирсон. Но! Сейчас годы играем. Выиграем ебучую нашу игру, нахуй. Все. Стреливает Егор своего первого оппонента. Бабу знает. Та-та-та. Шайни спринт. И попробует спринт справиться. Но нет. Это хедшот от Рейгана. Ребят, по-моему, полны решимости заходить сейчас в позицию А. И вот дым кладет. Ой, хороший прошив! Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько там хп дэмэджа им наносится! Посмотрите! Рейган туда его отправляет! Рейган! Прошивы просто нереальные! А до допов не дойдет. Итак, на подъеме. Хэдшот от Егора! Егор! Поставь. Возьми пачку, поставь. Я не могу. Вон он, ты справа лежит, возьми, братан. Я ставлю. Кон 5. Флешка ничего не принесет. Бобу стольно окей. Пожалуйста, жить. Есть минус от Шайниса. Один в один ситуация. Алло, дергается бомба. Один раз. Начинает... Так. О нет. Это был так близко. Сейчас на пен буду залазить. Попробуй поставить, я смог, дал. Еще один дым. На не, АВП смотрит гэп. Ай-яй-яй-яй, минус один. Прошит. Нет, не получится. 12-12, овертайм, и мы переходим с вами на допы. Открывает минус... На понту убил, еще Норберт. Допа. Тут все пять. Бомба убил! Га убил, пара. Жить, Норберт, аккуратно. Бомба лежит. Дал хая. Есть хп. Поджимайся. Я с тобой по левой. Хорош. Хорошо, молодец. Кидай по своему, я хуёво. Я трансом. Окно. Флэш! Кто поет? Еще КТ. За дымом. И флэш. А ты накидывал. 9. Здесь от спинта. Минус 10 от феномена. Против сурового. Надо тащить. Найс, блядь! Попадается ВП. О боже! Это 17-й раунд для команды Сайбершоп. Есть коктейль. Есть минус от Шайнис! Минус 2! Вышел по этому дефолт. Дефолт. Да нет, дефолт. Дефолт. Ну, блядь, это что? Хаклер делает минус 3, ситуация 2 в 1. Как так? Еще там же. Лучше! Победа для команды Сайбершок! Феномен просто машина, его КТ был 1.5. Следующим противником оказалась очень странная, загадочная команда Вутанг. Все дело в том, что в каждом матче у них менялся состав, а в ростере было записано 11 человек. И мы даже играли в какую-то игру-угадайку, с каким составом мы в итоге-то и будем играть. В итоге никто не отгадал, и мы сыграли против этой команды, сыграв просто в ноль. Такое увидеть в ESA Advanced, это, конечно, стильно. После этой игры наш счет в ESA Advanced был 4-1, это просто супер. После этого у нас начался разбор, и мы взяли паузу от ESA. На 2 недели. Возвращаемся к лиге, и наш противник это Big Academy. Они занимают 75-е место в топе Ashel TV. Connector kommt. Also man hat zumindest hier von allen möglichen Positionen. Und dann ist es nur noch Flamey. Und eben kurz noch erwähnt, das ist die absolute Legende und die absolute Legende, die Lizion ab. Scheint geht vorab raus. Petrosian, Prime Taps, Flamey. Auch da wieder ein bisschen Team-Damage ausgeschaltet und hyped leider on-site der B-Side. Wir sind in der vorletzten Runde. Mark nutzt zumindest die Gunst der Chance gegen Regen und gegen Flamey. Und Arrow, den dürfte Phenomen gehört haben. Und das ist super stark gemacht von beiden. Das ist ja richtig belastend. Dafür schlägt dann geholt hinter der Smoke stehen. Es ist nur noch Fan 2K. Bombe ist gedroppt. Das wird zeitlich nicht mehr reichen. Und wieder direkt attackiert Flamey. Und da kommt der nächste Spieler. Boah, in Richtung von Hype. Der macht das richtig gut, der gute Mann. Richte. So, Prime Tips Mark, wer wird hier gefragt sein? Mark gegen Flamey. Mark auch gegen Phenomen. Hype mit der AWP, Prime Tips schlägt zu. Это было близко, но все-таки немцы оказались сильнее. Дальше мы выиграем команду Escapist. Егорыч, ну ты походу уже голодный, реально голодный, заверенный. Сегодня у нас 17 ноября. С 10 ноября я находился с ребятами на буткемпе. Я решил немного разбавить дневник с нашей командой и добавить немножечко влога. Поэтому сейчас я вам покажу 24 часа с нашей командой. Мы сегодня потусуемся на плейде, покажем вам, что они кушают, как они общаются и так далее. Надеюсь, это вам будет интересно. Капитан.
Капитан не спит. Ты во сколько проснулся? 8 за обедом. Он так всегда делает? Ну, он нормально ложится спать. Он вчера нормально лег, все по графику. Ну ладно, не позер, наверное. Ага, вот, смотри, вот это настоящий не позер. Ой, смотри, как срепозер. Может, на камеру первый раз сходу прям. Ты реально станешь сам? Нет, смотри. Смотри. Ой. Серег, сколько ему нужно было обычно на подъем? Минут 20. Минут 20 его дергали, как ребенка. Не, смотри, если бы ты ничего не сказал, знаешь, что было? Он бы сказал, я встал, мы бы ушли, и через 5 минут мы бы зашли на первый. Дисциплины, получается, нет, да? Смотри, а вот какой у него дисциплина, он с гусем спит. Серег, у него есть когда депрессия? Ну, это психологическая поддержка. Так. Добрый день. Сегодня у меня на завтрак буррито. Как мне заснять так, чтобы курим? Так вот, в стекло? Или тебя просто одного красивого снять? А вот окрестности. Пиздатинка, кстати. Блин, я чувствую себя очень жестко с этой камерой. Ладно, идем эксклюзив снимать просто в нашу комнату. Самый сексуальный мужчина на планете. Вот Егорич. Блин, я не знаю, я чувствую, что влоги снимать мне бы было просто охуительно. Я теперь посвящаю тебе роль блогера. Что-то я слишком много на себя взял. Да, ты много взял. Я хотел тебе это сказать. Давай, продолжай. Давай. Ладно, Данек, один интересный факт о себе просто. Он теперь ведущий. Тот самый интересный факт, про который все знают. Нет фактов, интересно. Короче, начинает день он с аймбоца, а потом заходит на КЗ. Сайбершок. И это не позерство, он реально на КЗ играет целый день. А на каких серверах он играет? Да там негде больше играть. Сервера Сайбершок. Особо. Но стреляет он неплохо на самом деле. Вот его некоторые хайлайты. Все-таки Рейган пытается открыть позицию. Рейган кинул центр феномен. И P250 минус один. Попадание в голову второго. Ой, как же. Эй, красавчик. Прием. И Рейган. Так, сейчас ребята играют праки. У нас запланировано их два. Анубис тренирует. Два демакон дали. Пацаны дали. Игра против. Еще я буду Максону Апекс. Книжку прокидывать. Но молодежки. Хрень себе поехать. Хорош. Ай. Ой. Вы сейчас тренили то, что всю жизнь трените, или какая-то новая заготовка? Что вообще будет? Да. Что сейчас было? Нет, сегодня без фона. Так, тренили старое, то, что мы делали. Для чего? Потому что вы сегодня будете официалку играть на Анубисе, да, предварительно, да? Да. Как курьеров пропускают так далеко? Хорошо, привет. Привет. Да, нормально, Игорь, мы с тобой впервые увиделись. Да, кстати. За сколько? С 17-го года. Да. Вот так вот. Рад. Слушай, ну... А что ребята делают сейчас? Они прак играют. Сейчас они доиграют прак, идем тестить. Прикольно. Плей. Я встал, чтобы ее помыть. Слушай, ну да, она стоит того. Я все хочу на себя потянуть, чтобы она взлетать начала. Понял, как это штурвалы тянут? Не получается. Ну, похоже. Да. Раз, два, три. Не хочешь кататься на плейде? Не, смотри, у Егору хуй после от нее. У него голова трещит. Тебе нужен такой? У тебя как с аппаратом? Вестибулярный? Да. Ну, на самом деле, хуёвый. Тогда забей. Не, мы идем. Стой, он принял. Данька, можно взять? Да, да. Данька? Не, возьми, Данька. Дань, тебе нужно. Да, Данёк, да. Нет, ну иди, ты ни разу в жизни, блядь, не ездил в машине такой. Садись. Так у меня с хуёво ты сидел. А у меня, вообще пизда. Так а нахуй перед игрой? Да, похуй. Перед игрой? А смысл выигрывать игру, да? Ну, согласен. Погнали. Если станет плохо, сразу говорите. Так, а если уже плохо? Так, ну приготовьтесь, я нажму газ, приготовьтесь. Готовы? Да.
ебать. Ай, стой, стой, стой! Ебать, вы чё? Стой, стой! Это пиздец, стой, пожалуйста! Не, я блеманой. Всё, 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 хорошо, хорошо, спокойно. Это пиздец, я чё? Так, всё, ладно. Короче, что происходит? Подскакивает давление, вам становится жарко? Да, давление, давление. У меня как будто сердце останавливается, пока мы едем. Хуёво, блядь, давайте назад. Всё, мы спокойно, пацаны. Так получилось то, что сегодня у нас игра против команды, которая называется Loading, и три участника из этой команды были на мажоре. Кьюжин, Сиксер и Аманек. Очень интересная карта, поэтому мы переходим к ней. Чё? Какие предикты? Не знаю, мы победим просто, и всё. Игорь, твое мнение, как обстановка здесь? Ну, ребята все очень усиленно работают. Это видно, что у них буткем длится не просто так вот такое количество времени. Видно, что общаются друг с другом. Интересно будет посмотреть официалку. Мне это особенно интересно, учитывая то, что я за ребятами наблюдал в мейне. Да. И в Advanced я тоже пару игр посмотрел. И прикольно находиться здесь, это видно. Слушай, ну честно, если забыть, что у нас на Шилуте нет побед, но на ESI хорошо идут. Ну, конечно. Без единого проигрыша в лигах. То есть прошли в мейн сразу же, прошли в Advanced сразу же. И сейчас играем хорошо в Advanced и можем выйти в плей-офф для челленджера. А мейн врывает, два. Поэтому везде же, бля, он же... А, мейн. А, их три, блядь. НТ. Нормально. Я две флешки беру на 35-й. Короче, к рапсу подходите. Тут один армей, который будет дessus, сэра ковер. Пар Сиксер, это suffira pas. Он perdra quand même déjà 3 armes. А, il a le skill nécessaire normalement pour... А, НТ. Найс сека, найс сека, пацаны. Чат, il va pas se passer grand chose, voilà. Найс! Shin, j'arrive pas à dire les SH, c'est terrible. Qui a la défense aussi du B et qui prendra double kill. Nice! Ебать тебе врегало, сука! Хорош, блядь, Илю! Хорош, умницы, пацаны! On va le renvoyer au niveau du middle, pour l'instant on avait perdu beaucoup d'HP avant même de voir quelqu'un. Nice! Это перфект. Ебать, а что это за одноразовая акция была у меня в коне только что? Это мини-сезон. Он в трамбе медлику деполь. Здесь КП. Рейн уже. Кон еще. НТ, охуенно. Давай, давай. О, муза шпи. Егор, нормально все. И Дракула, который continue. Лучше. Найс, минус 50, бля, двоим дал с хае. Ouais, surtout avec ouais, finalement qui tire la ligne à la base. Потной игре мы все-таки их побеждаем и выходим на счет 6-2 веса Advanced. И мы занимаем второе место во всей лиге. Расскажи, пожалуйста, почему ты не хочешь играть со скорпионами в команде? Какой у тебя был опыт и насколько ты в этом уверен? Я не говорю, что я не хочу прям играть. Он просто у меня бывает... Да, я за сабзи. У меня просто, ну, по жизни со скорпионами не особо ладится как-то. Это единственное. Ты кто у нас знаком? И кто тебе больше всего подходит? Лев и Стрелец. Ты и Стрелец. И Овен. Ты Лев, он Овен. Не, я в своем роде Тигр. Я Тигр больше. По китайскому? Не, не, по характеру. Кстати, у нас разыгрывается джерси Сабишок. Если вы хотите его получить, то просто подпишитесь на нашу телегу и нажмите на кнопку «Участвовать». Итоги 20 января. Все в описании. Так, у нас еще минут 20 будет психолог. Да, он у нас есть. Сейчас проводится командный, потом сольный. И после него мы пойдем на падл. Займемся каким-то спортом. Провели небольшой тимбилдинг, сыграли в падл. Что скажете? Они сначала не хотели играть, но я думаю, что... Будете еще идти? Вообще имба. Будем. А тут мы решили открыть кейсы. У меня было 200 штук. И выпало просто ничего. Поэтому этот ролик никто никогда не увидит. Я вставлю сейчас около 15 секунд. Хотя потрачено было денег очень много. Я думаю, это будет очень долго. Поэтому, пока мы будем открывать кейсы, давайте что-то придумаем. О, давайте в Алиас играть. Кристиану очень высоко, что делать? Прыжок. Да. Когда мы проигрываем, что ты испытываешь? Разочарование. Ну, грусть. Да. А, когда в команде все хуево, делают...
3-2-2. Да. Ну когда игрок хуёво играет, что с ним делать? Ну что делать? Ну пару обычным словом. Меняют. В футболе там. Как это называется? Скажи в футболе. В футболе еще на поле выпускают игрока. Как замена. Да. Этот... Анубис! Какой ужас падает, это просто кошмар. Нам ничего не выпало за эти все эти кейсы, я не знаю, это просто ужас. После этого наш буткемп закончился. Следующая игра только 28 ноября. У ребят есть время на переезд и отдых. Опять же, если вы хотите посмотреть полностью ролик про буткемп, я оставлю подсказку сейчас наверху, ну а также в конце ролика будет конечная заставка на него. Все ребята разъехались, теперь они играют из дома. И тут начинается катастрофа. Просто хаос и какой-то ужас. У нас был счет на ESA Advance 6-2. И сейчас давайте посмотрим, что и случится. Играем против LNG. В этом составе играет Малкис, который был в инсиле. А в нашей команде вынужденная замена. У Флэми температура 39. И его заменяет наш тренер Олег. Что? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, 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 не с той стороны. Это кон игрок. Ай-яй-яй-яй-яй. НТ. Тут чутка не повезло. Сплатам или минус? Минус. Сплатам без ебала. Один килл будет хорошо. Все. Нормально. НТ. Так, один хп. Феномен. Умничка, Илюк. Хорош. Как блядь. Это было близко к флику. Я дал дым камеру. Хорошо. Еще камера. 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 Я контролю. Прекрасно. Камера вышел. Я играю. Господи, нет. Я не хочу на это смотреть. Без пульт. Нормально. Не врегало нихуя. Карусель ебаная. Ты один, Илюк. Он уже в опоре. Хопа. Убил его, он один. Он на Б шел. Просто пошил. Кремс был, да? Кремс был убил. Тупая еще. И в лобби. Блять. К сожалению, у нас не получилось выиграть игру с тренером. И мы, расстроенные, ждем следующий день. Дальше у нас очень потная игра против Hot-Headed. Ушел. Он вышел. У тебя пикает. Да? Найс, я дальше. Пончик. Не вижу пончик. Пончик не вижу. Я дергаю. Давай. Смотрю, лево право. Забрал пончик. Можешь кота пойти? Да, я пончик. Лево, я давлю, дернул. Короче. Деф надо, дефать надо. Деф. Хорош. Найс, nice, молодцы. Хорош, Шон. Хорош, папка феномен. Я пикаю. Дальше стоит. Два. Там два. Заебало бы. Папа, два кейта заебало один через стену. Тупая. Я на по второй. Будет ли квадрик? Ай-яй. Бля, 99 в 5, сука. НТ. Бил? Найс. Я вышел, еще банан. Мид, банан, мид один. Плент. Плен красный. 9 бежал. Вижу. Не успеет. Не успеет. Ищу. Да. Я тоже думал. Все. Да нет, забей. Не вышли. Пода. Я ухожу. Это арашка будто. Люрка осторожно. Пода, Алик убил еще. Плент. Я шью. Найс, молодцы. Хороший люк. Хорош. В этом раунде 2 на 8 счет. Это, конечно, печаль эскалатор. ТНТ. Ну, Люхиарик есть еще. Счет 2-9 не в нашу пользу. Мы думали, что это уже все. Но наша команда так не думала. Пончик зашел уже, походу, все. Найс. А ласта. У него одно хп. Пацаны. Найс. Максон. Лучший. Хорош. Это, скорее всего, Плант. Все КФ. Найс! Окна. Окне, все, почисто. Nice. Умнички. Хорош. Я отпикнусь. Найс. Умнички. Хорошо. Молик дали светлую. Рампа. НТ. Живет еще, живет. Будет защищать бомбы, нет. НТ. 11-9. Все светло. Это ЛСТП. Попал, смахнул, уходит. Найс! Хорош, блядь. Хорош, блядь. Илюха, пятюньку бы тебя отмел бы. Родному, блядь. Феник делает килл. Павик был. Видишь, слева, вышел дым. Слева, вы говорите слева, дефолт. Это право. 11. Ну, говорит дефолт. Все, защитите, мужики, все нормально. Дай мне молик. Егор, я без граната. Авик, все, Егор, дай молик. Все,
это ГГ. Но все-таки нам не удалось выиграть эту игру и довести такой невероятный камбэк до конца. Следующий матч у нас против команды Тусты Чупаки. Я это название команды запомню на всю свою жизнь, потому что от этой игры зависит наш выход в плей-офф. Мы были обязаны выиграть эту игру, но перед этим матчем... Три игрока нашей команды говорят, что у них температура 39. Три игрока были с температурой. Смотрим. Как заметил этих парней, дал информацию, посмотри, как близко стоит оппонент. Оу. Хорошо сыграли раунд. Граби делает минус, Рейган, Флейми сыгрались неплохо, нужно забирать этот раунд. Кот просто мешает. И после взрыва бомбы вообще прекрасно, господи. Мяч фокус. Как будто плато, Егор. Потом КТ. АВП на сайт вместе. Уже, надо убивать. Феномен, промах, к сожалению. Пистолет, Флейми помогает. И 4 в 2 можно делать. Слева, Егор, пожалуйста, посмотри слева. Простите, НДХ. Нормально, Илюх, не ссы, все прекрасно. Ну ты? КС-2. Оу-хо-хоу. Крамаек, я прохожу. Есть храм что-то такое? Нет. Убил музей. Левый дым лежит. Феномен. Вот. На, Силюк, умница, блядь. Жестко, бро. Макс, дал. Коня слева, но. Да, так, нас проваливаются, к сожалению, наши шансы зайти здесь. Да. Хорош, бомбу поставил. Мы первые должны видеть. Пожалуйста. Нет. Здесь плохой выход очень. Ай. Челкнуться ВП не успел. Хотят пески зажать, но там уже со спины поджимали. Да, это все-таки случилось. Да, Батальон, порядки, походу, порядки. Так, ну что, точка Б, чтобы выйти, и все, Флейми, от Флейми многое будет сейчас зависеть, минус от феномена, размен произошел, боже мой, как же справляется там с Рейганом, да, это проблема, это большая проблема. Держим кулачки, да, ребята организовывают, посмотрите, какую раскидку, и еще одного можно было убивать, у него так мало было хп, господи, помогите кто-нибудь Фентукею. Хп нет. Плент убил. Дал флэш в лобби. Тупай аккуратно. Музей мог быть. Тупай аккуратно. Конфиг нету, в лобби слева. 2 в 2, время заканчивается. Есть ли диффьюзы? Да, диффьюзы я видел у кого-то из наших ребят. Кон второй. Ай-яй-яй-яй-яй, боже, там еще и взрывает просто коктейль. О нет, это сейв. И... А да. Хорош, АВП. Я АВП забрал. АВП забрали. Кон 2 забежали. А, выход, пожалуйста, минус один, ну минус второго не получилось, но хп так мало осталось. Они просто вываливают с собой позицию и забирают всех. Нет, пожалуйста, феномен, вытащи этот раунд для нас. 4 соперников, да. Результаты в адвансе начинали супер, но после буткемпа, когда ребята начали разъезжаться по домам, что-то пошло не так, и проиграли первый матч, проиграли второй матч, кому-то там было плохо, кто-то был не дома. Просто не повезло, но слово невезение не должно быть рядом с киберспортом, рядом с про-командой, тем более в адвансе. Конечно, идеальный мир, где мы вышли сразу в плей-офф, он сегодня не будет. И все планы у нас должны раскрыться и осуществиться только в следующем сезоне адвансе. У нас осталась еще одна игра в этой лиге. Но она ничего не решала, потому что мы просто в ней остаемся, но не проходим в плей-офф. Мы решили ее задоджить. Самое ужасное и самое обидное, это то, что со счета 6-2 мы вышли на счет 6-5. 3 проигрыша подряд. Это непростительно, это ужасно. Но все из-за того, что у нас кто-то болел, кто-то не болел, кому-то было плохо и так далее. Это просто ужасно, столько... обстоятельств просто накинулось в один момент, в самый нужный. Но мы обязаны в следующем сезоне сыграть лучше и попасть в плей-офф, а дальше уже в релегейшн либо челленджер. Мы вернемся сильнее, а самое главное, что совсем скоро будут проходки уже на РМР к мажору. Спасибо всем, кто следит за командой, и я очень советую посмотреть ролик про наш буткемп, потому что там гораздо больше информации про нашу команду, и как это все выглядит, сколько это все стоит и так далее. Go туда смотреть. Пока. С тобой был я, Эрик Шоков.